Что она стоит, эта вещь? 21 тысячу. Ну что, друзья, мы едем. Едем вот с этим молодым человеком. Всем привет. Зовут его Николай. Мы едем на свадьбу. Я женюсь сегодня. Нашел вчера невесту, думаю, пора жениться. Я думаю, она та самая. Ну что, друзья мои? Это моя фишка. Нет, все. Закир, поздравляю тебя от всей души. Спасибо. Желаю тебе. Ну, ты сам же знаешь, ты это все навел. Я знаю, что ты мне желаешь? Да. Нет, я не в курсе, что ты мне желаешь. Давай конкретно. Что? Даже не знаю, что пожелать. Когда камера на тебя смотрит, как-то неловко себя чувствует. А что это ты с тобой взял? Там тоже микрофоны всякие. Мы ждем нашу невесту, друзья. Как ее звали? Честно говоря, даже я не знаю, как ее зовут. А, Мария. Мария, да? Да, Мария. Ну что, Мария, где ты? Ты готова? Она еще не доехала. Она вообще существует, да? Или это просто образ такой в голове у тебя? Это вымышленная подруга моя. Мария, если ты меня слышишь, знай, что... Просто знай. Всем спасибо за внимание. И до свидания. До свидания, да. Ты просто гений. И ты просто вот эту бурду будет себя смотреть, да? Итак, мы доезжаем до оператора. Че, адрес не будешь ценить? Адрес не буду говорить, а то толпа фанатов набежит. Вот она, крепкая мужская дружба. Че? Мне просто выходить нельзя, я здесь снимаю, понимаешь? Салам алейкум. Это ты, да, который он? Это я, который тут. А что такая большая камера? Что может быть вкуснее? Вот смотрите, как он смачно ест. Это блюдо называется хинкал, тонкий. Вот, не путать с хинкали. А я на диете. В общем, друзья, мы решили, прежде чем ехать на свадьбу, подкрепиться немного. Мало ли, вдруг потом жена не накормит. Прости меня, Маша. Я просто тебя плохо знаю. Что делаешь ты? Я обувь одеваю. Хоть свою одевай тогда. Твоя мне больше понравилась. Я верну, обещаю. Все. Только без грибков, пожалуйста. Музыкант на свадьбу недорого. А ну, сбацай что-нибудь. Руки не те, старость, не радость. Кого ты ждешь вообще вот под дождем? Ты что делаешь-то вообще? Я не знаю. Мы 2 года готовились к этой фотосессии. К моей свадьбе, братан. А для кого свадьба, для кого фотосессия? Вот пацан тоже. Что он хочет? Че? Он говорит, спусти, говорит, стекло. Вы снимаете? Да, я снимаю. Вот она. Сила камеры. Убежал, смотри, вон он там. Да, раньше Закиру приставали, его били, унижали, а да. Теперь камеру я купил камеру, да. Мы ему, короче, говорили, травмат купи, он говорит, зачем камера лучше? Дай мою бабочку. Бабочка жест. А, такая. Вот она здесь. Где твоя бабочка? А, вот за моя бабочка. Так. Бомбовая бабочка. Сам собирал, да? Ты снимай. Да, сам собирал. Это, рубашка была там лишняя, я ткань, понял, что да. Я несу? Яйца. Так, ну чё, снимайте свадьбы, банкеты, корпоративы, брачные ночи. Разницы нету. Когда оплачиваем, мы все снимаем. В принципе, мы порчу тоже снимаем. Снимаем, потом портим. Это самое главное. Так, с какой стороны надо? Разницы нету. Ну еще насчет оплаты тоже хотели с тобой сейчас же поговорить. Давай не сейчас, давай не на камеру, я не хочу, потому что вы толком залог даже не скинули. Бабки деды, най деньги деды мне, пожалуйста. Залог вы скинули клятвами.
Можно, да, я камеру не возьму с собой в этот день. Просто запомни, приду, потом буду рассказывать. Вот ты сядешь, ты меня позовешь, короче, я буду проходить, вот так рассказывать. Короче, вы заходили в зал, вот эмоции, вот все. А я буду рисовать доску, одну купишь, прям фотографии как бы. Ты еще отца контролируешь, да, все? Да, да. А что ты оттуда? Кондарчук, бля. Кондарчук, бля. Я поехал. Давай. Давайте, увидимся, пацаны. Я ща увидимся. Давайте. Вот это называется уважение. Люди уважают меня и не обижают дымом сигарет. Это все видно, между прочим, что ты там делаешь. Видно, что? Да, все видно. Я его передам. Я пока со своей будущей женой пообщаюсь. Вот моя супруга. Я забыл тебе сказать, что я еще и блогер. Да. Вот, поэтому голодными не останемся. Сейчас это все очень модно. Да, да, да. Ты будешь моим подписчиком. Ну, она обязана, супруга должна поддерживать мужа во всем. В общем, скоро поедем в зал на банкет, а пока у нас фотосессия. Так, смотрите, давайте вдвоем идите, просто гуляйте, все, начали съемку. Давайте, разговаривайте друг с другом, разговаривайте. Подожди, Расул. О, давай, давай, вот так. На камеру вообще не смотри, Закир. Смотри на нее. Мы с коровьей лепешки. Так, есть? Закир, одну лепешку я поднеси. С любовью, любовью, лепешечку, пожалуйста. Ты можешь жонглировать? Жонглируй. Смотри, Закир. Вот типа она, это вот эта камера, это она, типа, вот иди прямо. Прямо иди, короче, и вот так повернешься, как ты что-то рассказываешь. Вот держи ее за руку держи. А ее держи, она должна идти. Чуть-чуть, смотри, ты смотри ее. А вот. Я скромная невеста или не скромная? Ты? Нет, нет, ты вообще не скромная. Ты развратная. Давай. Поднял. Все, держи, держи. Давай, смотри. Давай, приподнимай. Он устал. Давай, давай, еще раз. О, блин, ну что ты, пельмени? Зря ел, что ли? Давай. Ты давай. Меня не накормил. Я, в смысле, ты кормил, я чай только выпил. Давай. Смотри, что не вышло. Давай. Давай. Давай, поднимай. Есть, есть. Давай, лови кадр. Давай. Кабир, от... а, давай. Чтобы не мешать друг другу. Давай. Да, блин. В общем, я должен был ее поднять. Но так как я человек не спортивный, она сказала, что за меня не выйдет. Да? Я сказал, передумал? Что я тебя сама подниму. А, да, она сказала, сама подниму. Но тут мне как-то стало неудобно. И мы решили, что нужно взять паузу. Мы еще плохо знаем друг друга. Да. Давайте разговаривать просто между собой. Эмоции. Ты начни на английском, а ты отвечай на аварском. Давай. Ты хату гуляет? Барчал по нас. А ну, посмотрим, вы фокус. А ну, давай заново. Да. Что намекаешь? Куда ты между ног лезешь, дурак? Просто подойди, да. Я хотел схватиться просто. Давай. Что делать? Ну ладно, давай. Вот так же просто подойдите, да. Итак, съемочный день подошел к концу, и мы с Марией решили, что мы мало знаем друг друга, и нам нужно еще немного пообщаться. Походить на свидание, там, ну, как это обычно бывает, да. Узнать друг друга получше. Но на всякий случай мы сняли love story, чтобы потом сэкономить на этом деле. Вот. Ну, сейчас вы его увидите.